Приветики, дорогие друзья. Сегодня я буду делать прогресс на Майнсерфе. Да. Короче, это будет наполовину разговорное видео, наполовину летсплейчик. В общем, смотрите, у меня, во-первых, новая мышка появилась, так что играть стало проще. Осталось только раздобыть экран получше. А так все нормально. Все по-прежнему. Пока старый, да вот кто-то еще мне телефон новый родители подарили. И поэтому как бы у меня теперь качество съемки видео будет получше. Сейчас, вот так. У меня камера как на 12-м айфоне. Только... Вообще, у моего телефона статистика, характеристики как у 12-го айфона. Только у него на спине нет огрызка, и он в 5 раз дешевле. Если не больше. Я имею в виду не в больше раз. Там 8 или 10 минут. Телефон... Айфон 12 только без огрызка на заднице. И в 10 раз дешевле, чем тот же 12-й айфон. Это было бы круто. Почти дошел до дуалов. Нормально. Хороший прогресс. В общем, телефон у меня новый. Oppo Reno 4 Lite. На 128, по-моему, гигов. Да, на 128 гигов. В принципе, телефон неплохой. Всем советую. Мышка. Я вообще в мышках особо не разбираюсь, но я могу зачитать название. Подождите чуть-чуть, я вам сейчас зачитаю название, потому что я название запоминаю плохо. Мне подарили игровую мышку от Firestarter GMB Gaming. В общем, модель называется... MG750 от GMB Gaming. Вот так она выглядит. Подсветочка такая. Такая мышка. Мне нравится. Играть удобно. Во-первых, меня отчасти сподвигнуло на это... Я, значит, на телефоне у тебя прошел легкий Изи Демон. Там я буквально его за 2 часа прошел. Я не помню уже, как он называется, и у меня появилась идея. А что, если прям заморочиться? Да, это может занять много времени, там неделю, может быть. Но я надеюсь, до такого не дойдет. И если заморочиться, я смогу пройти что-то реально сложное. Сложнее клабстепа раз... Вернее, дедлок-то раза в 3. По одному из моих прогрессов, как у меня все получается. Это пока один из моих лучших прогрессов. Но самый лучший прогресс, когда я, типа, дошел до дуалов и не слился там. То есть я прошел там как раз-таки до мини-волны где-то и уже на мини-волне там слился. Дроп-то я рано или поздно натренирую, да вот только меня очень сильно бесит. Вот этот вот кораблик, который идет до дропа еще, он очень сильно раздражает. Да, и поэтому я не знаю, как я буду на Encircle с таким корабликом безумно сложно проходить. Блин, почти дошел до замедления. На Encircle. Пожелайте удачи. Это будет трудный путь. Когда бит на Encircle, это однозначно будет мой хардест. Однозначно, 100%.
гитара прошел просто, вот у него в ежедневных уровнях был Nine Circles, он Nine Circles с первой попытки прошел. Он сам офигел, когда это сделал. Ну, блин. Пока некоторые битуют Nine Circles с первой попытки, я его, думаю, неделю тренировать буду, пока не пройду. Но я реально хочу его пройти. Не знаю. Я пока не знаю, смогу ли я выдержать его или дропну прохождение. И буду проходить что-то более легкое. Да. Либо же все-таки я смогу выстоять, выдержу этот сложный демон и пройду его. Я пока никому не известно, даже мне самому. Но я надеюсь, что я все-таки не дропну его прохождение и смогу пройти на Инферкус. Я уверен, что с каждым днем у меня все будет лучше и лучше получаться. И, в общем, думаю, у меня неплохо получится. Да. Потренируем вот этот парт. Да. Как-то так. Да, как у меня. Да, как вы видите, началка здесь неприятная, а дальше идет чуть-чуть полегче. Но только чуть-чуть полегче. В том-то и проблема. Да. Уровень сложный. Вот мой лучший прогресс, когда я слился вот здесь. Вот я вот здесь вот где-то слился. А, я вспомнил, я слился на замедленной волне. Это мой лучший прогресс. То есть я шел от начала дропа и дошел вот до сюда и где-то там слился. Вот. Блин. В общем, когда на вот этой мини-волне идет замедление на минусовую скорость. Вот там я слился. Вот здесь я слился в тот раз. Так что, в принципе, у меня есть шансы пройти на Incircles. Но для меня будет полностью пройти дроп, это уже для меня будет очень большая победа. Для меня Nine Circles дроп — это вообще вся волна. Вот эта вот вся волна — это все дроп. Все, что не волна, это не дроп. Проще говоря, это вообще так в большинстве NC уровней. Которые следуют, конечно, основным принципам NC уровней, которые я задал как раз-таки Nine Circles. Первый в своем роде уровень. И он, конечно же, если следовать старым стандартам, он, конечно же, должен иметь эффект эпилепсии на дропе. Почти. Ладно, неплохо, в принципе. Думаю, это видео будет скучно. Если вам интересно прохождение Nine Circles, вы можете там просто на другое видео зайти. Я пока только его тренирую. Но я постараюсь каждое вообще прохождение записывать на видео.
чтобы если я пройду на Insurgents, у меня осталась запись. И чтобы у меня были пруфы. Зачем я там нажал? В общем-то, эта мини-волна относительно простая, если ее как следует натренировать. Вот опять же. В общем, у меня реально есть шансы пройти на Insurgents. Вот это цепляно. Вау. Мне показалось, что я умер, но я не умер. Ладно. Circles free. То правильно. Так, это финальный этап. Почти. Без проблем. Финальный парт достаточно простой. Да. Впрочем, что сказать, на Nine Circles я планирую его битать. Но для меня это будет очень затруднительно. Да уж, что-то отупил. Вау! Неплохой прогресс. Но, как говорил, я уже оттуда могу дойти от начала дропа. Вы видели, какой я неплохой сделал прогресс. Но мой самый топ-1 прогресс, он гораздо лучше. Это одно из самых легких мест. Вот это. Но тут тоже можно слиться. Да. Дуалы тоже, в принципе, простенькие, но на них слиться довольно просто.
Я имею в виду слиться не намеренно. Намеренно слиться — это даже в стереомадносе можно. Намеренно слиться можно везде, где есть хоть один блок в зоне твоей досягаемости. В общем, эта игра идеальная для суицидников. Хотите почувствовать себя суицидником? Пожалуйста. В этой игре вы умрете множество тысяч раз. А если вы будете намеренно умирать, вы можете миллион раз умереть. Можете на стереомадности миллион попыток накрутить, только вам терпения не надо. Вы видите. Вот. Баги, багулики. Кринж. Прости, друг мой, ты запустил кринж. Почти дошел до минимума. Так, в принципе, все парты более-менее вспомнили. Можно проходить, начиная от первого. Третий. Ты что? Ты чем? Вот это. Без проблем. Да. Странно. Я, походу, придурок, когда я менял пальцы, потому что мне дроп в некоторых местах проще проходить средним пальцем, а обычные такие парты мне проще указательно. А, блин, перепутал места. Да. Попробуем еще раз пройти. И перейдем к дропу. Блин, тупанул. Раньше мне этот парт казался очень сложным, но сейчас он довольно... Я осознаю, что он довольно простой. Ай, тупанул, кринж. Все, нормально.
хватит уже, я не знаю. Мы последний раз проходим, и все, ладно. Это знак того, что нам надо прощаться. Или не знак. Или не знак. Не знак, ребят. Нормально. А нет, знак. Ладно, ребзы, думаю, нам пора прощаться. Пока. Удачи. Goodbye, my friends.